На выставке «Услышь меня» из цикла «Открываем кладовые» в Музее городского быта представлено более 50 экспонатов. В большинстве своем это телефонные аппараты из фондов музея-заповедника «Родина Ленина». Они наглядно показывают, как развивались телефонные технологии. Большая часть экспонатов выставки датируется 20 веком. Благо здесь различные разделы, то есть это есть и мобильные телефоны, которые еще на стыке тысячелетий появились, и те же самые проводные аппараты, которые плюс-минус можно и сейчас использовать, если их там несколько переоборудовать. Все экспонаты, они по-своему уникальны. Если мы говорим про какие-то самые старые, это начало 20 века. Аппараты специфичные по форме, но со своей функцией, конечно, справлялись. Телефонная связь в Симбирске появилась в 1897 году, когда впервые линии были соединены учреждения губернского, городского и земского управлений. Для обеспечения связи использовали оборудование фирмы «Эриксон и К». Как выглядели первые телефонные аппараты, можно увидеть на выставке. Связь осуществлялась при помощи коммутатора, которым управляли телефонист. Такой аппарат-коммутатор тоже есть в экспозиции, правда, более позднего периода. Он был выпущен в 1950 году. Его использовали в коммунальной квартире. В экспозиции есть и настоящее чудо техники по мерке 1963 года. Это концентратор директора, так называемый КД-6. На нем можно было разговаривать с 6 абонентами одновременно, переключая необходимые кнопки. На выставке присутствуют и модели периода Великой Отечественной войны. Полевой телефон 1943 года производства помогал координировать на уровне взводов, но его использовали даже в 70-е годы. Здесь присутствует и один из аппаратов телеграфной системы Морзе. Это 1959 год. Его можно увидеть практически в полном виде, только с той разницей, что, конечно, к сети он не будет подключен. Присутствуют даже инструкции. Такие модели выпускали на Лосино-Островском электротехническом заводе имени Дзержинского. Об этом свидетельствует клеймо производителя. Аппарат до сих пор рабочий, не хватает только ленты. У людей старшего поколения ностальгию вызовет телефонный аппарат бирюзового цвета, произведенный чехословацкой Теслы. Эта модель мелькает в популярном советском фильме «Служебный роман». А вот молодежь могут заинтересовать самые первые в нашей стране мобильные аппараты. Так, на выставке представлен радиотелефон Nokia R72, которые использовали в автомобиле. Есть и сотовый телефон Sony Ericsson A2628S с антенной и прорезиненными кнопками. В модели Motorola есть выдвижная антенна. Она является настоящей легендой в мире мобильных коммуникаций. С этим аппаратом можно было совершать беспрерывные звонки. Подобные модели стали выпускать в 1989 году. Посетителям музея предметы выставки, изготовленные из металла, пластмассы, стекла, кожи, помогут представить быт симбирян и ульяновцев, живших как более 120 лет назад, так и в недавнем советском прошлом. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.